Чем отличается четвертая промышленная революция от третьей? Возможно, тем, что от экономики знаний мы переходим к экономике принципиально новых взаимоотношений между людьми, бизнесом, государством и машинами. Децентрализованных, прозрачных и быстрых. Взаимоотношений, обеспечивающих доверие. Первая промышленная революция стала возможной благодаря ткацкому станку. Ткацким станком второй был конвейер. Третьей – интернет. Что может стать ткацким станком новой эпохи? Многие лидеры научного мира видят этим станком блокчейн. Возможно, это как раз тот элемент, который даст старт развитию экономики взаимоотношений. Почему именно блокчейн? На это есть несколько причин. Блокчейн позволяет создать децентрализованную систему взаимоотношений. Информации о транзакциях обладают сразу несколько участников, что обеспечивает доверие между ними. Блокчейн — это безопасная система, ее нельзя выключить или взломать. Специальная технология выстраивает цепочки блоков таким образом, что добавление несанкционированной транзакции становится невозможным. Блокчейн обладает синергетическим эффектом. Мы часто сталкиваемся с необходимостью проследить хронологию предшествующих и взаимосвязанных событий. На это у нас уходит много времени и ресурсов. Блокчейн позволяет это сделать за доли секунды. Какие сферы нашей деятельности поменяет блокчейн? Этот список достаточно большой и постоянно расширяется. Регистрация прав собственности, ведение земельного реестра, купля-продажа имущества, ипотека и залоги, умные договоры, торговые операции и управление цепочками поставок, свидетельство о регистрации гражданских состояний, документы об образовании, медицинское страхование. Четвертая промышленная революция, как и три предыдущих, усилит дисбалансы в мире и вновь поделит карту мира на страны с новой технологической реальностью и на неспособные воспроизвести технологии. В гонку под названием блокчейн уже вступили несколько стран с четырех континентов. Есть серьезные заявки на лидерство. В США презентовали платформу по юридической и операционной деятельности бизнеса. Власти Дубая планируют перевести все государственное управление на блокчейн-протокол. В Швеции тестируется платформа купли-продажи земельных участков. Грузия первой в мире внедрила блокчейн в государственном реестре. В России планируется внедрение блокчейн в государственном управлении. Ну вот и одной из таких прорывных технологий является технология блокчейн. Я дал поручение профильным министерствам, это Минсвязи и Минэкономразвития, рассмотреть возможность применения этих технологий при подготовке программы «Цифровая экономика». Переход к экономике взаимоотношений поставил перед нами ряд сложных вопросов, на которые нам всем необходимо ответить. Может ли блокчейн быть ведомственным, государственным или трансграничным? Какое влияние блокчейн окажет на качество жизни обычного человека? Какие формы регулирования больше подходят для новой реальности? Какую домашнюю работу нужно сделать обществу для цифровизации отношений?